Добрый вечер, с вами Николай, и мы играем в The Elder Scrolls Online. Так-с. Ну что, друзья, продолжим? Мы сейчас... Туточки. Не, нафиг не надо. Гадость всякая. Угу. Так, ну что, так, вопросы к ПВ. Сейчас набежал, надо точно сносить. Нам. Ага, точно. А я не помню. Вчера. Нет, по-моему, протыкал. Бывает. Ну ладно. Ладно. Кстати. Sentinel Dogs. Я здесь не был, а здесь можно открыть и получим немножко опыта. Жопы там. Да? Давайте сразу пробежимся в подземелье. В очередь. Хорошо. Честно, 50% сейчас. Быренько еще захавать. Да, быренько пройдем подземелье, получим опыта и будем проходить основное задание. Угу. Но мне полтинник нужен. 50 уровень. 50. Джикс. Поехали. Конечно, просрал я, нафиг не нужно. А что, сюда? Что дальше? А чё, вплавь? Ну ладно. Я не знаю, я не видел такого прохождения, это прикольно. Нет, действительно интересно. I'll swab the deck with your scalp. From off the island, aren't you? Cool. Чувак, нафиг ты ушел без нас? Точно. Не, это прикольно. Угу, я... Она очень длинная, эта миссия. Тут можно запутаться. Слегонца. Thank you.
неплохо здесь заработаем, так что... Бурм. Правильно. Почему? Такс, что у нас? Троллик, тролли, тролли, тролли. Еще кто-то? Не, все нормально. Поехали. Понастраивали тут всякой хиромантии. Мистер Дамидон. Сегодня за раками поехал. Два рака. Два рака, поймите меня. Два. Ну, крупненьких. Да, хороший. Веди, чувак, ты красавелло. Задрали. Что же вы их так быстро? Чувак, не понял, что ты нас проводишь, но ты молодец, конечно. Блин, была бы карминовая кожа, я бы собирал, бы так неинтересно. Ой, это что такое? Красавицы! Дошла.
становится. Это как в Neverwinter раньше играл. Не Neverwinter Night, а именно Neverwinter. Интересного? Что тут у нас интересного? Ничего. О, сундук. Фигня. Сундук. О, это хорошо. Сундук. Фигня. Сундук. Раунд. Чушь. А, сейчас кто-то будет превращаться в скелета. Стопудово. Магический урон. Физический урон. Так, все поуходили. Да, и я тоже выйду сейчас. Все, теперь проходим основной задание. Вот так вот. Быстро. Ну, прошли, правильно? Так, Блад Зузла Хелвис. Ладно. Так, по заданию, куда нам необходимо? Куда нам необходимо? Смотрим. Не знаю. Бергама. Не, подожди. Найти принца Аза. Аза. Сюда. Здесь у нас никого. Ага, аж вот сюда. Все, я понял. Хорошо. Поехали. Назад. Телепорт. Поближе перенькинемся. Бля. Бесит. Я в шатер не находил. Не знаю, что мне так выкинуло. Икс. Вот сюда. Пустыня Алькир. Особенности. Не успею уже добежать.
все правильно, да я не могу раздуплиться. Все, теперь раздуплиться. Мне нужна лошадка, алло, блин. Твичбокс и фигня. Один раз. Реально, из 65 твичбоксов выпал один. Один, поймите меня правильно. Один. О, какого хера? Что это такое? Ладно. Нет, для ПВЕ это идеальное вот это. Идеальный класс. Налегке. Вот так. То есть, видели, я толпу завалил тупо одним своим чуваком, так что я же вам говорю. Вещи. Так, сейчас заберем вот здесь. Не понял. Где? Где мой камушек? Вы чё, блин, жопы с ручками? Вы чё? Неужели он внизу? Ну да. Ох, Николай. Больно, понимаю. Ничего страшного. Сейчас мы проберемся вниз. Вниз, говорю. Вот он. Вот он. Чё за нафиг тут творится? Значит, он не было забавно. Вот оно. Так, сейчас прибегут, я их убью. Иди сюда. Тали отмарим. Тувака направила тебя сюда в самый подходящий момент, сестра. А Шаба, как ты предстоит сделать, культ из Шухшей Дани захватил... Шаба, кое-что предстоит сделать. Культ из Шухшей Дани захватил порт. Однако ситуация по меньшей мере странная. Что здесь произошло? Некроманды из Шухшей Дани неожиданно напали на благословенные тавы. Они били всех и вся, даже домашний Шкот. Что странно, они не стали воскрешать мертвых. Почему? Не знаю, но боюсь, они замышляют что-то ужасное. Принц Азаз со своими людьми забаррикадировался на складе. На восточном краю города, может быть, ему удалось что-нибудь узнать о том, что собирается делать Тизер. Я разыщу его. Надеюсь... Принц узнал, что нибудь еще пару некроманты принесли сюда один из берега Панцеев. Это не звучит хорошо, ты ведь была в троне этого рака, так? Значит, тебе известно, не хуже с чем остальным. Хотелось бы мне дать тебе известность Харжада, но я не представляю, зачем им надо они. Я слышала, во время Панцеев эти земли были священны, может быть, именно это привлекло сюда. И их. Короче, мы продолжаем. Да? Ты что хочешь? Ты кто такой? Жерами Клемаль? Наконец-то! Хоть кто-то бежит в нужную сторону. Я и представить не мог, что ввожу компанию с такими никчемными трусами. Стоило появиться парочка некромантов, как все бросились работать и прыгали с корабля. Просто взять и бросить такой проект. Как им только не стыдно! О каком проекте ты говоришь? Всего лишь самое важное в военном достижении проекта. Корабли, которые ты здесь видишь, я их спроектировал. Они коренным образом изменят сражение на море. Но только в том случае, если мы не потеряем чертежи. А что случилось с ними? Рабочие сбежали, просто бросили их на кораблях. Гордость Ковенанта, горе и расцвет, красавица Бальфиры. Чертежи просто
валяется на палубах. На палубах Ежи может украсть пион Доминиона. Ради бога, Ковенант, ты поможешь мне их вернуть? Конечно, сейчас. Рад, что среди нас есть еще те, кто знает, что такое мужество и верность. Верховный король Америки гордился бы тобой. Посмотри на палубах тех трех кораблей, чертежи должны быть там. Если их еще не украли, что в них такого особенного? С чего бы мне начать? Утолченные мачты, дополнительный бахштаг, суженный киль, облегченный балласт, список можно продолжать. Корабли, способные полностью изменить ход битвы, могут иметь усиленный корпус. Никто не сможет потопить этих мачт. Никто. Почему вы строите корабли тут? Это идеальное место. О том, что здесь расположены доки, известно немногим, ведь это не постоянный порт назначения. Мы можем строить корабли, не боясь посторонних глаз. Ну да. Но только некроманты могут их украсть. Замечательно. Так, а ну-ка. Иди сюда. Да что за нахрен? Да, ёлки. Ты шо, обосра... Ладно, нормально. Нормально это. Мясо кости режет кром... А, мясо с кости режет кромсай, пиратская песня. Если видишь злато блеск, пусть раздаться кости треск. Сделать гору из трупов врагов, сделать трон из чужих черепов. Есть, короче, у меня какая-то... в смысле, не очень интересная вещь. Да. Чертежи. Обшивка, футоксы. Столярное дело. Угу. Горе Ренсера. Угу. Нормально. Бежим. Блять. Да ты иди нафиг, что у вас за фигня? Как вы можете так делать? Фигня. Все, побежал. Молодец. Давай. Тудищ. Блин. Пойдет. Не знаю, сообщение также прислало. Я не хочу пойти сейчас. Да ну мы забрали. 10. Работу надо блять. Зачем он надо? О, блин. Гоблин, гоблин. Гоблин, 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 гоблин. Идите нафиг. Нафиг. Ну провтыкал я. Стоять, стоять. Есть, все, замечательно. Ах, ты ж. Yeah.
Такс. Эбонит. Чё? Чё? Лася умарен. Думал, тебе бери, ковенантская мразь, себя опять выбрали Нигермак, обещаю это проклятой пустыне. Не будь у меня сломана правая рука, я бы тебя освежевала. Как нечто. Я вообще-то ищу чертежи этого корабля. Еще бы, этим свитам не хватает ума забрать их, прежде чем сбежать, я это поняла. И все отлично планировала. Я честно украл чертежи, по справедливости тебя не мои, значит, корабля у тебя. Да. И как бы это ни было унизительно, я молю тебя позволить мне оставить их себе, там, откуда я родом. Когда тебя посылают на задание, то рассчитан на успех. Поражение совершенно исключено. Откуда ты родом? Из Морровинда. Кстати, у меня персонаж тоже. Я работаю над Эбон Тельвани, знаю, что Эбонхардский пакт для меня такой же враг, как и для тебя. А еще, если я вернусь чертежами этого корабля, убью не только меня, но и моих детей. Зачем дому Тельвани чертежи кораблей? Дом Тельвани серьезно занимается морской торговлей. Эти чертежи, усиленные корпуса, сделали бы наши корабли непобедимыми. Я больше не могу здесь оставаться. Умоляю тебя, ради моих детей, позволь мне. Отдай мне чертежи, можешь идти, можешь здесь уходить. Ты шпионка, я не могу так просто тебя отпустить. Отдай чертежи, можешь уходить. Ты жестоко, ты знаешь это. Впрочем, на твоем месте я бы, наверное, поступила так же. Забирай. Все. Ну, понимаете, тут проблема в том, что я просто посмотрел, как бы я поступил бы. По сути, если бы это был бы шпион, ну, шпион, я бы в реальности на месте прирезал. Ну, потому что так. Шпионов надо карать. И сильно. А чтобы неповадно было. Вот и все. Да-да-да. Ну это по-тупому, если честно. Я украла. Я чертежи. Отпусти меня, пожалуйста. Понимаете? Ну тупо. Тупо. Тупо, 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 тупо. Реально тупо. Ну, миссия вообще, ну не миссия, а вообще вот этот весь диалог. Настолько тупой. Ладно. Так, есть уж быстро с толком, девушка, я ценю это. Ты рассказал? Какое облегчение, честно говоря, я удивлен. Я вообще уверен, что за городом следят шпионы, и не сомневаюсь, что они воспользуются случаем бронить сюда и украдут чертежи. Ты заметила? Да, смотрят на были они. Я так и знал. Он упрок не назад и видел подозрительный виду данный кул, который укрылся возле доков. Если бы ей удалось удрать с этим чертежем, пожалуй, могли и не получить превосходство на море. Хорошо, что ее остановили. Да. Порушу-то, порушлендера. Ишчлендеры. Такс. Чё? Чё? Такс. Принц Азаза. Я услышал шум снаружи. Почему я сразу понял, что это ты? Даже не могу передать, как приятно тебя видеть. Моя прославленная подруга. Как видишь, мы в отчаянном положении. Она может стать еще хуже. Чем? Алазан, этот злодей здесь. Теперь, когда Уфа мертв, он оставил и Кутышу Соши Длани служить собственным извращенным замыслом. Он стремится к власти. Они не воскресили этих людей, потому что Алазан собирается превратить себя в лича. Как он может это сделать? Он возвратил один из оберегов Ансейв, не при его помощи как-то некроманских штучек направляет энергию мертвых на маяк, где проводит ритуал. Он утверждает, что это превратит его в лича. Ты поможешь мне остановить? Конечно! Я рекомендую все уничтожить сосредоточение энергии, слуги Алазана складывают вокруг них мертвые тела, и те, похоже, передают энергию для ритуала. Уничтожить сосредоточение энергии, а потом иди на маяк и найди способ прервать ритуал Лазана. А как ты узнал об этом? Когда мы пришли в город, сейчас, секунду, я проверю, что там.
when I saw Lalasan. Evil has twisted his features, but I knew him. He was ranting about this ritual to become a lich. We attacked, but you see how that went. Так, беги, беги меня. Когда мы вошли в город, некроманты уже всех перебили, нашли... А, мы нашли укрытие, куда можно было следить за ними. Я увидел Лазана. Это исказило его черты, но я узнал. Он разлагался в ритуале, который превратит его в лича. Мы рынулись в атаку. Как видишь, с чем закончилось? Ты его знал раньше? Да, его и Вафу. Еще с тех пор, как мы пешком под стол ходили. Были такие времена, когда мы гуляли вместе под... Ну ладно. А ты кто? Капитан Риван. Встреча с тобой честь для меня, принц Азар рассказал мне твои деяния в Централе, я знаю, что ты заслужил уважение генерал Тоды. Теперь, когда ты здесь, думаю, наши шансы выжить стали в десятки раз больше. И исследователь Зазары хочет, чтобы ты это слово шире обратно в Бергаму. Спасибо, что передал мне это сообщение, но ученицы исследователи забрали у меня битву, как это не скоро, боюсь, мы шире, скорее всего, была убита. Разумеется, до твоего появления я считал, что вскоре мы все разделимся. Да, проблема с винтовым. Пом-пом-пом. Подожди, это было задание, которое я выполнил, да? Блять. Ага, уничтожить западный свет. Понял, вот эти штуки убить. Вот уж, логика. Почему я не могу по ним ударить? Для того, чтобы они как-то вот этот отсоединились. Мне надо нажать буковку Е. Ага, он вижу. Нет, нет, не трожьте меня, чертик. Бежал, и их не было, этих сосредоточений. Вы же видели, видели? Да, я тоже видел. Так мне интересно. А, на корабле? Да ладно. Да был уже на этом корабле, юперный балет. Давай, кто-то его перестреляет. Блин, у меня магия закончилась. Все, я тебя перестрелял. Так, хорошо, дальше. Нам необходимо... Сундучок. Хостой. Неинтересно. Вообще неинтересно. О, блин. А где мое? Что, уже час прошел? Да ладно. А ну, сколько запись? 35 минут. Алло, дядя, а я что, забыл?
Да нет, я кровный свиток опыта активировал. А, он 26 минут. Фу, блин. Чё за байда? Эх, ты ж падла. Нормуль. Мычка. Хорошо. Пусто. Это плохо. You've come too late. The ritual has begun, and you cannot strike me down. У тебя ничего не получится. You are the one who killed my brother Уафа, are you not? I will grant that you are likely a formidable foe. Не спорю, ты, вероятно, грозный противник. Но как только я превращусь в лича, то сожму тебя дотла. Теперь ты не сможешь меня остановить. Ритуал начался, я уже принял сокобеливанца, а он ко мне. Если ты меня тронешь, клинок разобьется. Ну, придется мне... Ты уничтожил двери конца и думаешь, это меня остановит? Как бы не так. Чудо. Что после многих сотен лет я все еще способна удивляться. Я не могла смириться с тем, что некромант скорее на моем берегу. Никак не могла ему помешать. Ты разбила клинок, но это был правильный выбор. Благодарю тебя. Что это будет дальше? Уничтожить клинок — единственный выход. Хоть это им и возымело последствия, некроманская энергия вернулась наружу, заставив мертвецов благословения там не воскреснуть. Сам некромант не лич, но он стал могущественным духом, значит он не умер. Нет, теперь его нельзя убить, есть один способ, но я слабею, оберег разбит, и моя сила быстро угасает. Я вскоре отправлюсь на далекие берега, если только ты не сумеешь перековать клинок. Как мне перековать его? Нам нужна милость богов для Тавы, мать пустынный ветер, для Морвы, добудь козье молоко, а для Зета возьми землю с могилы павшего воина, используй все это для перековки клинка, а затем принеси его святилище Ансею. Хорошо? Ща. Как два пальца обос... Бум-бум-бум-бум. Ну так нечестно. О! Зомби. Зомби. Тебя погубит твоя же грубость, геройство собака. Может, я не лично, у меня есть армия нежичи. Нежич. Жить, добыть козье молоко. Ага, хорошо. Козье молоко. Сейчас еще тут подоить придется кого-то отправить. Я так понял, да. Опачки. Козье молоко. Нельзя использовать козу. Да, реально. Нормально. Все нормально, у меня истерика немножко. Ну это нормально. Да, да, бывает. Да. Зараза. Я в шоке. Древняя могила. Могила бомба. Ты умрёшь, и станешь частью моей армии. Слышишь, ты, блин, я только, блин, козу подоил. Так, ветер, ветер, ветерок, ветерок, ветерок. Перековать клинок. Вот я сейчас возьму и как перекую кого-нибудь. Стоп. Ага. Найти можно. Ту-ту-ту. Зашибись. Положить клинок на алтариус.
Эх, ну, нет, ну, блин. Нормально, да. Да и твою, блядь. Боже. Ужас. Слишком давно ты суешь нож с моей дела, пора с этим покончить. Давай. Я согласен? Да, пора покончить с этим злом. Что ты сделаешь? Твой берег уничтожен, Нансей, это больше не угроза для меня. Скорее возьми берег, используй его, чтобы поймать Алассана. Нет, что ты делаешь? Нет! Я боялся, что после стольких лет моя жертва покажется напрасной, но ты все сделала превосходно. Мы не можем убить этого некроманта, но больше от нас... Боже, что случилось с ним? Он стал что-то вроде призрака и связал себя с моим оберегом. Но это позволило мне заключить его внутри. Он сейчас там. Важно, что оберег восстановлен и вновь защищает пустыню Олькир. За это я благодарю тебя, а третий оберег... Мне кажется, третьему оберегу разит более серьезная опасность, нежели остальным. Родич, явившийся сюда некромант, куда более сведущ, чем их искусство, опасен, чистолюбив. Ну так я убил их. Родич, о котором я говорю, не был убит. Третий оберег Ансей сейчас у него. Я не могу определить, где он. Здесь мы одержали победу, однако пустыня Олькир все еще в опасности. Что бы ни случилось, найди третий оберег. Где начать поиски? Знаю. Доверься своей судьбе, и она приведет тебя туда, куда надо. Но прежде всего, ты должна защитить мой берег. Найди того, кому можно доверять, его хранение. Я чувствую, что мы еще встретимся. А до того, пусть боги хранят тебя. Да. Поговорить с принцем Аллой. Кстати, я забыл. Мне надо денежку забрать. Да я вот здесь вот просто посмотрел. Церковное покрытие очень давно ставил на вот этот, на продажу. Лук матери. А, это платиновые вот эти. Ну да. Да и на обучение. Да я их ставлю по 1000. Итого 64 000. Маловато. Маловато будет, маловато. Маловато, маловато будет. Это советский вот этот мультик. Маловато, маловато. Вы не смотрели? Блин, а как же он? Я не помню уже, как он называется. Не Властелиновая история, но типа из разряда. Дело было осенью, что такое, короче. Азаза? Ой, правда? Только подожди, стой, уйти. Еще разок. Что за безумные творится там? Мертвые восстали. Я думал, Алассан намерен их не воскрешать. Вы что, опоздали? Алассан превратился в лича? Нет. Он больше не... Правда? Как радоваться? Вот мерзавец. Как же приятно знать, что он побежал. Если его больше нет, остальные некромантов не тревожат. А как же оберег Ансея? Он у тебя? Да. Держи. И ты принесла мне его. Великая честь. Обещаю, пока я жив, оберег никогда не окажется в руках врага. Теперь остается только один. Последний берег. Но если у Вапа и Алазана больше нет, у кого уже он? По словам Ансея Маджи, у них есть еще брат или сестра. Еще брат? Или сестра? Ну кто же это может быть? Погоди, у Сатуры, правда, был еще один ребенок. Девочка, самая младшая из всех. Теперь я ее вспомнила, она вечно хотела забрать им по пятам, а вот как звали, я не помню. Но мы должны как-то найти ее. Заебись. Сейчас. Чикс, у нас это опыта получить. Чикс. Зашибись. И у меня остался один уровень до 50-го. И замечательно.
шире им. Похоже, некромант Алазан тебя недооценил. Я пряталась в маяках, когда ты мешалась в ритуалу, я пробралась внутрь и нашла записи Алазана. Кажется, я знаю, где культисты Суши Длани прячут третий оберег. Куда же они у него ушли? Дозор Хундинга. Некроманты Суши Длани разыскивают места рождения Ансейв, создавшие оберег. В этих местах они могут извратить обереги, точно так же, как сделал это Алазан. Третий Ансей, Халела, родилась недалеко от Дозора Хундинга. Ты в этом уверена? Я ни в чем не уверена, но это мое предположение относительно того, откуда начинать поиски. В Дозор Хундинга есть одна мудрая женщина, жрица Сермин. Может быть, она поможет тебе во всем разобраться. Хорошо, я с ней поговорю. Поскольку и с Алазаном и с Уапой покончено, культ из Суши Длани должен быть значительно ослаблен. Возможно, третий оберег Ансея ближе, чем тебе кажется, если боги повалят тебе. Я верю, что вскоре ты их вернешься. Ты говорил с капитаном Роном? Да, и он передал свое сообщение. И я бы, конечно, предпочла остаться здесь, но вскоре вернусь к мастеру Заре. Я лишь хотела сначала поделиться с тобой и принцессой тем, что узнала. А, это тебя, Шири. Ширик. Что тебе известно о третьем обереге? Я могла бы часами рассказать тебе, какую роль сыграл в истории третий оберег, но ты уснешь, не дослушал, тебе нужно знать. Вот что, сейчас он уснул в Шедлоне, а Дозор Хундинг — лучшее место, чтобы начать поиски. А ты думаешь, они ослаблены? Да? Ты сорвала их планы здесь, и тронет Уага. Победила Уфофу и Алзана. Уснувшая Длань должна быть в изрядном замешательстве. Так, ну, что? На данный момент будем сохраняться. Всем спасибо, кто смотрел. Надеюсь, вам нравятся эти путешествия по пустынным берегам. Нет, не так, по пустынным... Не окраинам. Краям, да. Край, пустынный край. Вот куда нам надо будет в следующий раз идти. А пока, пока. Пока все. Всем спасибо, всем пока. С вами был Николай. До следующей серии. И пускай у вас все будет хорошо. Всем пока.